Всем привет, ребят! Мода на качалку уходит в прошлое, а популярность все больше набирает функциональность и эстетика. Поэтому сегодня мы сделаем первобытную тренировку, которая будет состоять из комплексных упражнений, которые задействуют большое количество мышц в совокупности. И первое упражнение – это вытягивание. Из вот такого положения на четвереньках вытягиваем противоположные конечности, соединяем в локте, вытягиваем, ставим. И на другую сторону. Это упражнение отлично проработает мышцы-стабилизаторы и чувство координации и баланса своего тела. Ноги в коленях согнуты. Хорошо. Следующее упражнение – это сайдкик. Стоим, по сути, в планке, в таком же положении на четвереньках. И вытягиваем поочередно левую и правую ногу снизу. Хорошо. Следующее упражнение – это краб. Не знаю, почему так называется. Стоим на обратных четвереньках. Таз максимально повыше. И поочередно правой и левой рукой вытягиваемся вверх и как бы вниз. Каждый раз стараемся поднять таз как можно выше. Хорошо. Следующее упражнение – это кобра. Встаем в начальную позицию, после чего оттягиваем тело назад и как бы поднимаемся по задней поверхности тела, делаем волну и снизу возвращаемся. То есть отталкиваемся сильно ногами, делаем волну, по низу возвращаемся. Хорошо. Следующее упражнение – это обезьянка. Здесь мы сидим на корточках, после чего рядом с собой ставим руки и переносим себя в другой конец. Делаем выпрыгивание. И в другую сторону.
хорошо. Следующее упражнение – это диагональная складка, обычная на спине. Вытягиваем руки вверх и поочередно касаемся правой и левой ноги. Ноги стараемся держать на весу, если получается. Хорошо. И заключительное упражнение здесь – это перекаты. Перекатываемся на спину аккуратно. И за счет инерции встаем на ноги. Также выпрыгиваем. И мягко. Тут самое главное – это закрутить себя вперед, чтобы встать на ноги. Ну и некоторая растяжка. Тоже нужна. Если что, можно помогать себе руками. Вот такая тренировка. Она позволяет почувствовать все свое тело как единое целое, работающее синергетически в совокупности и пробудить первобытную энергию предков. Я жду вас на Бали в феврале. Берегите себя, друзья, будьте здоровы. Всем мира!